23 декабря стартовала новогодняя акция «Единой России. Мастерские Деда Мороза» в 56 муниципалитетах Подмосковья для детей из многодетных малообеспеченных семей, детей из пунктов временного размещения жителей ЛДНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей, а также ребят из семей военнослужащих, чьи отцы принимают участие в специальной военной операции. 24 декабря мастерские работали в холлах крупных торгово-развлекательных центров региона.